Сегодня в совхозе Липецкий Липецкой области состоялся традиционный праздник первого снопа, символизирующий начало уборочной кампании. Выбор хозяйства, на полях которого прошло это событие, не был случайным. В течение многих лет совхоз «Липецкий» – одно из самых передовых хозяйств области. Главными действующими лицами праздника стали комбайнеры и механизаторы совхоза, обеспечившие выход всей сельскохозяйственной техники на первый в сезоне проход по полю. Первые тонны зерна засыпаны в кузова подошедших к комбайнеру машин. Небесной страны нас встречает могильный покой. Мы пытались увидеть рассвет к восходящему солнцу спиной, ожидая, пока не сгниет между нами железная дверь. Но мы с тобой, это наша весна, наша родина СССР, наша родина. Неправильно думать, что есть чьим-то богом обещанный рай. Сон и смерть, пустота и покой, наше солнце, гори, не сгорай. И не важно, что все позади, и неправда, но кто мы теперь? Но мы с тобой, это наша весна, наша родина СССР. Наша родина СССР, наша родина. Словно пыль, отголоски от наших теней. Нашей жизни не будет конца, мы забыли, что знали о ней. И огонь, порождающий мир, будет рваться, как раненый зверь. И мы с тобой, это наша весна. И мы знали, что можно уйти, но забыли дорогу домой. Путь на родину — это война, каждый шаг — это выигранный бой. И если ты не умеешь понять, то попробуй хотя бы поверь. Мы живы, пока мы идем. Наша родина — СССР. Наша родина — СССР. Наша родина — СССР. Наша родина — СССР. Наша родина! Зерна, засыпанных в кузова подошедших к комбайнам машин. Первые тонны зерна нового урожая сданы в закрома Родины. Вечером, после окончания трудовой вахты, работники Дома культуры пообещали устроить для тружеников совхоза продолжение праздника. Музыка, песни и танцы – что может быть лучше для завершения первого трудового дня уборочной кампании? Праздник первого снопа стал доброй и красивой традицией в Липецкой области.